Ты с друзьями еще общаешься? Сложно сказать. Когда мы познакомились, мы были другими людьми. Дедушка Эдди, Энтони, это Марта и Беттани, а это дедушка Спенсера. Приятно познакомиться. Привет. Извините, если помешали. Вы не мешаете, в отличие от него. Майло Уокер. А вы, ребята, не видели Спенсера? Похоже, он вернулся в игру. Надо его вытащить. Вы что, совсем спятили? Мы даже не выбрали, за кого играть. Как же я это не люблю, кошмар. Ты что-нибудь слышал? Привет, Спенсер. Что? Ты кто? О, боже мой. Вы дедушка Спенсера. Мы что, во Флориде? А вы Майло Уокер. Я что, умер и превратился в какого-то маленького коренастого бойскаута? Мы мертвы? Беттани? Нет, нет, нет! Фридж? Я старый толстый чувак. Этого не может быть! Вот это да, ничего не болит. Посмотри на мои бедра. Вот это бедра. Не то слово. Ладно, у нас небольшая проблема. Игра сломалась. Что за игра? Я не играю. Не хочу играть. Добро пожаловать в Джуманджи! Ваше следующее приключение сложнее предыдущего, и помните, будущее Джуманджи в ваших руках. У меня важный вопрос. Кто такой Джуманджи? Это что, сынок Барбары? Мы все умрем. Так мы уже. Мы что, в аду? Так и знал. О боже. Это что-то новенькое. У вас должны быть глаза на затылке. Во имя Сэма Хилла, что это? А это что такое? Ваши сильные и слабые стороны. Испепеляющая харизма? Это когда ты тупое лицо делаешь. В чем дело? У тебя что, приступ? Дыши! Дыши! У него вся левая сторона онемела. Эдди!